Экзотическая кошка. Экзотические кошки сначала завоевали популярность в США, где порода возникла в результате скрещивания американских короткошерстных кошек с персидскими серебристого окраса. Потомство от этих вязок не вписывалось в стандарт американской короткошерстной кошки, и было решено вывести на его основе новую породу – экзотов. Экзоты внешне схожи с кошками персидской породы. Экзот – коренастая крепкая кошка с большой круглой головой, большими круглыми выразительными глазами, выраженными щечками, направленными вперед, небольшими ушами и коротким курносым носиком. Еще одна особенность – это плюшевая на ощупь шерсть, не более 2 см в длину. Эти кошки обладают исключительно нежным и спокойным характером. Они любопытны и игривы даже во взрослом возрасте и не любят оставаться в одиночестве. Хотя у экзотических короткошерстных кошек шерсть короче, чем у персидских, ее нужно регулярно вычесывать, хотя бы 2-3 раза в неделю, чтобы не образовывались колтуны. Купать кошку следует не чаще раза в 3 месяца. Особое внимание стоит уделить рациону питания экзотов, чтобы сохранить их кости крепкими, а шерсть блестящей и эластичной. Экзоты чаще всего подвержены тем же болезням, что и персы. Это проблемы с проходимостью носослезного протока, слезотечения, нагноения глаз, а также заболевания дыхательной системы. Также экзотические короткошерстные кошки нередко страдают от гингивита и зубного камня. Чтобы вовремя выявить все проблемы со здоровьем, регулярно относите кошку на осмотр к ветеринару, который позаботится о вакцинации животного и проведет профилактику гельминтоза.